Собака – друг не только человеку, но порой даже и кошке. В австралийском Мельбурне пес по кличке Лео, рискуя жизнью, отказался покинуть горящий дом. Там были его друзья – маленькие котята, которые не могли выбраться из коробки. Лео был верен до последнего. Он отравился угарным газом, но котят не бросил. Когда на помощь пришли пожарные, пес уже не дышал. Его пришлось откачивать. Как только собака пришла в себя, она тут же воссоединилась со своими друзьями.